Ужасная трагедия в Кемерове заставила сжаться от боли сердца людей всей страны. Пожар, который унес десятки детских жизней, навечно останется напоминанием о преступной халатности взрослых. В память о жертвах Союз кузнецов России запустил акцию по изготовлению дерева скорби. Первыми на предложение отозвались ульяновские мастера кузнечного двора «Корч». Художник и кузнец в одном лице Александр Романов создал свой эскиз будущей скульптуры. Стальное 4-метровое дерево с раскидистыми ветвями и ягодками, как символ семьи и маленьких детишек, совсем скоро уедет в Кемерово и станет мемориалом памяти погибших. Трагедия, она как-то сильно зацепила, потому что у нас у всех есть дети. И мы были когда-то детьми. Поэтому это очень печально. А тем более, когда дети уходят раньше родителей, ну это просто, я не знаю, как это пережить. К работе над деревом коллектив кузнечного двора «Корч» приступил в апреле. Постепенно, день за днем, карандашный эскиз воплощается в жизнь. Отдельные детали скульптуры уже готовы. Собирать дерево полностью будут в Кемерове. Его планируется установить у торгового центра. Ветви уже в количестве большом, дерево будет, соответственно, тоже немаленькое. Кстати, приложить руку к созданию вишневого дерева может любой желающий. Ягоды вишни изготавливаются отдельно. Каждый человек может создать свою ягодную ветку и прислать ее в кузнечный двор. Можно их изготавливать из любого материала, например, металл, стекло или керамика. Единственное пожелание есть к размеру. Сам плод должен быть не более 5 сантиметров размером, а веточка не более 20 сантиметров. Все для того, чтобы композиция выглядела гармонично. Мастера кузнечного двора планируют закончить работу к началу лета. А пока свои работы можно прислать в кузнечный двор по адресу: город Ульяновск, улица Федерации, 21, Виктория Чиркова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.